Приветствую вас, дорогие зрители, на моем канале YouTube. Сегодня у нас с вами очередной обзор вот этих интересных слаймов. Их мало, но они очень необычные и интересные. Приступим. Неожиданно к нам присоединилась Василиса, потому что она наш пушистый эксперт, и без эксперта мы никуда. Итак, первый слайм. А вот такой розовенький котик, мишка. Эй, ты жива? Как всегда, данный слайм без опознавательных знаков. Розовый, перламутровый. Слайм мягкий, пахнет гуашью традиционно. Вась, ты занимаешь много места. А, к сожалению, микрофоны подвинуть я не могу. Растягивается не очень хорошо. Но прозрачненький. Его очень мало. Он кликает. Такой дорожный вариант. На антистресс он не тянет. Но троечку ему можно поставить. Упаковка не очень хорошая, будет высыхать. Следующий слайм вот такой. Голубой, перламутровый, с шариками. Надписей никаких нет. Василиса с нами, но она чуть-чуть переместилась. Вот такой слайм. Слайм не жидкий. Осталось чуть-чуть шариков. Очень упругий, не кликает. Какой-то он странный. Не кликает вообще. Обычно не кликают лизуны. Очень необычный слайм. Данный слайм имеет мягкий массажный эффект. Из-за шариков неожиданно щелкает. Очень перламутровый. Растягивается. Пахнет не гуашью. Не рвется. Даже так не рвется. Очень необычный слайм. А мне он нравится. Небольшой недостаток то, что вылетают шарики. Но если перемешать, мне кажется, шарики будут внутри.
Очень интересный слайд. Несмотря на то, что шарики вылетают, я поставлю ему 5. Мне он понравился. И упаковка у него хорошая. Высыхать не будет. При возможности протестируйте сами. А я с удовольствием поставила бы такому слайму лайк. А ты поставил лайк? Следующий слайм. Вот такой необычный слаймик. Он имеет ножки и мордочку. Не хватает ручек. Слайм сам розовый с белым. Открывается он снизу. Необычно. Не липнет к рукам. Пахнет мороженым. Вкусненько. Вынимается хорошо. Даже нет колокольчика. А ты нажал на колокольчик на моем канале, чтобы получать все новости. Итак, вот такой красивый слайм. Кликает. Глянцевый. Напоминает мне горный слайм. Приятный на ощупь. Не липнет к рукам. Красиво, как камень, растягивается. Не рвется. И замечательно пахнет. Мне нравится этот слайм. После смешивания он стал розовеньким. Глянцевым. Немножко разрывается. Совсем капельку. Но если аккуратно растягивать, это будет растягиваться очень хорошо. Этот слайм заслуживает быть антистрессом. Упаковка не очень удобная, но она зато интересная. Вот такой слаймик. Попробуйте. И напоследок у нас баночка варенья. Этот супер слайм я приобрела в фикс прайсе. Его цена 199 рублей. Это слайм производства России, что очень радует. Вы посмотрите, какие цвета
золото, серебро. Все блестит, переливается. А самое главное, банка-то стеклянная. Обычно бывает пластмассовая, а здесь стеклянная. Очень внушительный размер и недорогая цена. Нужно вскрыть. Смешай и получи новый цвет. Интересно, какой же можно получить цвет? Открывается действительно как бабушкино варенье. Итак, что же внутри? Бульк. Вы посмотрите, какое у нас варенье. Как оно пахнет. И какое оно жидкое. Что-то мне страшненько. Пахнет оно божественно. Слушайте, ну я прям боюсь. Хотя не пачкаюсь. Это, наверное, лизун. Мед. Мед. Мед чистой воды. Попробуем вынуть. СМРненько вытекает. Нравится? Залипли? Ставь лайк, я залипла. Очень даже жалко портить это. Кликает слабо, но дырочки остаются. Посмотрите, как оно растягивается. Но это не слайм, а это больше лизун. Жидкое золото и серебро. Его много. В коем веке у меня много его. Посмотрите, как он переливается. Я вспомнила, что этот запах мне напоминает. Конфеты Дюшес. Помните такие конфеты? Напишите в комментариях. Лизун очень необычный. Но мне он нравится. В России вновь изобрели что-то необычное. Обязательно, если увидите, протестируйте. Слайм на любителя. Но мне нравится. А теперь я попробую очиститься от него.
В итоге у нас получился вот такой грязно, наверное, грязный цвет бронзы. АСМРный слайм. Ух ты! Давно не встречал таких слаймов. Так, наверное, я на этом буду заканчивать свой обзор на слаймы. Закончу и еще немножко поиграем. А вы ставьте лайк мне и Василисе. Василиса тоже уже уходит. Пишите комментарии, что вы думаете по поводу этих слаймов. Может быть, у вас уже были такие слаймы. И не забывайте приходить ко мне на канал. Я вас жду каждый понедельник и четверг. А на этом все. Пока-пока.